galaxies. Constellations. Stars. Planets. Вселенная кажется бесконечной. Но начиная со своей крошечной точки в одном углу Млечного Пути, человек начинает свое завоевание его. После своих первых пробных шагов он однажды отправится на Луну. Мы можем восхищаться такими подвигами, даже понимая, что шансы на то, что человек лично выйдет за пределы своей собственной Солнечной системы, невелики. Это долгий путь к звездам. Одна из самых тонких вещей на нашей маленькой планете — это паучий шелк. Вот почему эти тонкие нити используются для перекрестия в тонких оптических приборах для изучения звезд. Паучий шелк такой тонкий, что один фунт облетел бы Землю. Чтобы достичь Альфа Центавра, ближайшей звезде за Солнцем, потребуется 500 000 тонн шелка. Достаточно, чтобы заполнить поезд длиной 150 грузовых вагонов. Только с помощью науки астрономии мы можем перепрыгнуть через эти просторы и нашими глазами и с помощью специальных научных инструментов проанализировать элементы и атомную структуру далеких Солнц. Единственным источником знаний об объектах за пределами нашей Солнечной системы является электромагнитное излучение. Когда был изобретен спектроскоп, мы обнаружили, что можем анализировать материю по ее излучению. Каждый химический элемент создает уникальный набор особых линий, которые мы можем сравнить с другими. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вся Вселенная состоит из элементов, подобных некоторым из тех, которые мы находим на Земле. Мы видим некоторые излучения в виде цветов. Но несмотря на то, что мы получаем почти все наши знания через глаза, видимый спектр очень узок. Мы могли бы увидеть много новых цветов, если бы могли видеть другие длины волн, такие как радиоволны, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и гамма-лучи. И свет, невидимый для нас, может многое рассказать нам о тайнах космоса. Этот невидимый свет уже привел нас к новому пониманию Вселенной и предоставил неожиданные головоломки для нашего решения. Воздушная оболочка, которая защищает жизнь на Земле, также экранирует или поглощает звездный свет в этой части спектра. И именно эти невидимые излучения могут однажды рассказать нам, как рождаются и умирают звезды, и как была создана Вселенная. Для земных астрономов задача заманчивая. Телескопы во время коротких полетов на ракетах дали нам намеки на сущности, о существовании которых мы и не подозревали. И полеты на воздушном шаре подняли телескопы на 8 миль в воздух, чтобы сделать одни из самых четких фотографий Солнца, которые когда-либо были получены. С такой земной точки зрения, как это. На это. Да, мы должны отправиться за пределы воздуха, если ищем более ясного изображения небес. Выше искажение, которое заставляет звезды мерцать над промокашкой воздуха, которая поглощает ультрафиолет. Рентгеновские лучи, гамма-лучи, от которых зависит большая часть изучения звездного света. Нам нужна прочная платформа в сотнях миль в космосе, с которой мы могли бы проводить наши исследования. Не ракета, не воздушный шар, а орбитальная астрономическая обсерватория. И это то, что было разработано учеными в Центре космических полетов Годдарда, где доктор Джеймс Куперян возглавлял группу выдающихся астрономов. Чтобы познать звезды, мы должны уловить звездный свет, свет, который навсегда отрезан от человеческих глаз на Земле. Для этого нам нужны специальные телескопы.
Такие телескопы есть, и вот доктор Д. Кот, который помог разработать один из них в университете Висконсина. Излучение, которое поступает к нам от небесных объектов, охватывает весь электромагнитный спектр от длинных радиоволн через инфракрасный видимый свет в область рентгеновского и гамма-излучения. Телескопы Висконсина предназначены для наблюдения в ультрафиолетовой области за пределами видимости глаза. В космосе есть не только много старых звезд, таких как наш Сын, возраст которых составляет несколько миллиардов лет, но и молодые голубые звезды, возраст которых составляет всего несколько сотен тысяч лет. Эти молодые горячие звезды излучают большую часть своего света в ультрафиолетовом диапазоне, области, которая не проникает в фильтрующую атмосферу Земли. Телескопы Висконсина смогут увидеть эти горячие молодые звезды. Они будут измерять распределение энергии и интенсивность света от молодых звезд, чего никогда раньше не было возможно. Из этих исследований и многих других мы надеемся узнать больше о том, как рождаются, стареют и умирают звезды, и как материя возрождается во Вселенной. Этот телескоп был изобретен в 17 веке средневековым месье Кассегреном, но современная версия поможет человеку лучше узнать космос. Доктор Джеймс Коин из Центра космических полетов Годдарда с помощью других астрономов НАСА разработал новый способ использования древнего телескопа Кассегрена. Телескопическая система Годдарда была разработана нами для исследования ультрафиолетового излучения звезд способом, несколько похожим на телескопы Висконсина. Акцент, однако, делается на увеличение разрешения спектра. С помощью телескопа Годдарда и космоса мы можем взять образцы излучения, испускаемого внутри нашей собственной галактики, и сравнить их с излучением галактик, удаленных на десятки миллионов световых лет. Это захватывающая перспектива. С помощью ООО человек пройдет долгий путь к разгадке тайны сотворения материи. Через наше новое окно во Вселенную мы будем исследовать звезды многими способами. Ранним проектом будет картирование всего неба ультрафиолетовым светом. За создание этой уникальной небесной карты отвечает доктор Фред Уипл. Новая карта Вселенной, которая будет сильно отличаться от этих карт, будет сделана с помощью телескопа. С помощью четырех таких телескопических камер с наземным управлением мы намерены создать карту всего неба в четырех отдельных ультрафиолетовых цветах. Кроме того, мы планируем каталогизировать более 30 тысяч. Очень горячие звезды, намного ярче Солнца, во много раз больше, чем астрономы ранее регистрировали в ультрафиолете. Среди прочих объектов ультрафиолетовая карта неба будет изучать очаги межзвездных газовых и пылевых облаков. Некоторые из них темные, некоторые почти невидимы с Земли. Эти огромные облака в космосе могут содержать подсказки о том, как рождаются звезды. ОАО – проект, разработанный в рамках программы космического телескопа Принстонского университета, будет исследовать эти провокационные темные области. Доктор Дональд Мортон описывает это. Этот телескоп можно использовать для многих различных видов наблюдений, но в Принстоне мы имеем в виду особое исследование. Не все облака такие темные, как это в Орионе, но очевидно, что пространство между звездами не пустое, а заполнено огромными облаками пыли и газа. Когда звездный свет движется к нам, атомы и эти облака поглощают часть спектра. Наблюдая эти области в ультрафиолетовом свете с помощью нашего спектрометра, можно определить плотность и химический состав межзвездного газа. Все пакеты телескопов будут работать в одном и том же диапазоне длин волн, но будет разница в резкости разрешения. Например, телескопы Смитсоновского института и Висконсина будут использовать первоначальный широкий подход с исследованиями с низким разрешением в диапазонах от 500 до 10 ангстрем в ширину. Телескоп Годдарда будет исследовать это же излучение со средним разрешением в диапазонах от 10 ангстрем до 1. И для Принстонского пакета остается высокое разрешение до 1,2 ангстрема.
Астрономы давно верят, что новые звезды образуются в результате конденсации межзвездного газа и пыли. С помощью нашей нефти мы надеемся определить плотность и химический состав этого разряженного материала, и тогда мы сможем лучше понять процесс звездообразования. Этот спутник, ОАО, является самым большим и сложным беспилотным спутником в программе НАСА. Построенный авиастроительной корпорацией Груммана, это в основном оболочка, в которую могут быть установлены различные виды телескопов. Когда она будет выведена на орбиту в 500 милях от Земли, эта космическая обсерватория даст нам возможность заглянуть в области, до сих пор невидимые для людей. Запущенные ракетой «Кентавр», ОАО сбрасывает свои защитные оболочки в космос. ОАО питается от солнечных батарей, накапливая электрическую энергию, получаемую от солнечного света. Оказавшись на орбите, он полагается на солнечные датчики и звездные трекеры, чтобы стабилизировать себя. Тогда он открывает глаза, чтобы посмотреть через новое окно во Вселенную. С каждым последующим годом на орбиту будет выводиться новое ОАО. Первый в космосе несет пакеты с телескопами в обоих концах. С наземной станции управления люди выходят в космос на 500 миль, чтобы направить корабль в любую часть неба, которую они хотят изучить. Точность такова, что изображение можно зафиксировать на ластике карандаша за 100 миль. Наблюдения могут храниться в магнитной памяти. И вся информация мигнула на Землю в течение нескольких секунд. Записанные в виде числовых данных, изображения звездного света могут быть переведены в изображение учеными поезда. Открытие станет еще одним значительным достижением в астрономии, так как Галилей направил первый телескоп, чтобы доказать, что Земля не была центром Вселенной. С тех времен, когда доисторический человек удивлялся ярким точкам на небе, астрономия развивалась как вызов. ООО «Орбитальная астрономическая обсерватория» расширит кругозор человека по всей Вселенной. Человек на своей крошечной планете, песчинка на берегу морей бесконечности, жаждет узнать, что такое звезды, почему они там, как они там оказались, огромные в необъятности пространства, у которого может быть или не быть начала или конца.